Тюменском центре «Жемчужина Сибири» гонками с раздельного старта начался лыжный финал Кубка России. У женщин на дистанции 10 километров лучшей стала Екатерина Смирнова. Тюменка на 5,7 секунды обошла Алию Иксанову из Татарстана, которая лидировала за 2 километра до финиша. Тройку призеров замкнула Алиса Жамбалова из Бурятии. Смирнова стартовала раньше остальных соперниц, которые работали по ее времени. Для меня это тяжело. Лучше мне последнее стартовать, когда я все знаю четко. Вот, а так просто ориентировалась на свое самочувствие и ехала как могу. И доехала до первого места. В мужской гонке на 15 километров золото взял Алексей Виценко из Коми. Он опередил татарстанского лыжника Антона Тимашова. Бронза у Алексея Шемякина из Архангельской области. Довольный стал со своим результатом, работой и работой лыж. Сегодня лыжи много решали. Сегодня программу соревнований продолжит индивидуальный спринт.